Всем привет, друзья! Сегодня у меня на канале рецепт потрясающего средства, которое укрепляет сердце, сосуды, также повышает иммунитет и дарит долголетие. Сегодня мы приготовим пасту Амосова. Как вы догадались, автором этого чудесного средства является академик-хирург Николай Амосов. Этот академик знаменит во всем мире благодаря успешным операциям на сердце. Академик Амосов разработал эту пасту для людей, которые перенесли операции, тяжелые болезни, для того, чтобы быстрее встать на ноги, а также для того, чтобы поддержать наш организм в осенне-зимний период, когда нашему организму необходимо получать дополнительную порцию витаминов. Для классического варианта приготовления пасты Амосова нам понадобится такие ингредиенты: курага, изюм, чернослив, инжир. Этих четырех компонентов нам понадобится по 150 граммов. Также нам понадобится грецкий орех, полный 200-граммовый стакан, один крупный лимон и натуральный мед. Его нам понадобится 200-250 граммов. От себя же я добавлю, считаю, что это не будет лишним, плоды фиников, из которых я извлек косточку, а также добавил свежий корень имбиря, длиной где-то 3-4 сантиметра, который предварительно необходимо нам почистить от кожуры. Затем нам необходимо все эти сухофрукты перемолоть, будь то на мясорубке или же блендере. Также нам необходимо измельчить грецкие орехи, измельчить лимон, предварительно помыв его теплой водой. Лимон мы будем измельчать вместе с кожурой. Необходимо нам предварительно разрезать его и вынуть все косточки. После чего тщательно мы перемешиваем, добавляем натуральный мед и еще раз хорошенько тщательно перемешиваем. Паста Амосова прекрасно хранится в стеклянной посуде в холодильнике. Эту лечебную смесь можно употреблять натощак или же после еды. По одной столовой ложке 2-3 раза в день. Детям по одной чайной ложечке. Курс употребления лучше всего проводить дважды в год, весной и осенью. Особую ценность паста Амосова приобретает весной, когда витаминов мало, а также осенью, когда нужно укрепить организм перед холодами и вирусными инфекциями. А если, например, организм ослаблен операциями или частыми болезнями, то курс лечения можно продлить до полугода, что дает наиболее ощутимый эффект. Надеюсь, мой рецепт такой витаминной бомбы вам понравится. И вы возьмете себе на вооружение. Спасибо, что посмотрели ролик. До следующих встреч, друзья. Ставьте лайки и не забывайте мыть руки.